Мы должны понимать, что особенно межмуниципальные дороги, сельские дороги, они не рассчитаны на такую нагрузку, но они у нас все приходят тоже в состояние разрушительное, а потом мы говорим, что же делать. Вот мы сейчас там пытаемся 100 километров от Балакова до Ершова восстановить за эти последние 50 лет, да, которые разрушили, и они там в разрушенном состоянии стоят. Но это же мы опять не удержим, потому что мы идем там, хотя и по современной технологии, делаем там подушку бетонную, но это при таком весовой нагрузке опять мы ее не удержим. И это будет просто огромные на километр сегодня затраты денег, но результата никакого не будет.